Здравствуйте, в эфире программа «В центре событий», в студии Наталья Бабушкина. В этом выпуске. Цен соседлости, поддержка или палки в колеса. Депутаты окружной думы вновь обсудили ипотечную программу «Доступное жилье молодым». Наркотики как удобрение. Крупнейшую партию запрещенных веществ изъяли в Югре. И в Сургуте ярко и красочно отметили День молодежи рисунками не только на теле, но и на стенах. Среднемесячная зарплата в Югре через 3 года вырастет минимум до 72 тысяч рублей. Прогноз социально-экономического развития округа утвердили члены правительства. Как отметила губернатор Наталья Комарова, он основан на устойчивом росте региональной экономики и хорошем социальном самочувствии населения. По самым скромным подсчетам, через 3 года обеспеченность жильем югорчан превысит 20 квадратных метров на каждого жителя. Инвестиции в основной капитал приблизятся к 900 миллиардам рублей, а валовый региональный продукт уже через 2 года преодолеет психологическую отметку в 3 триллиона рублей. Прогноз сделан. Теперь важно учесть рассчитанные в нем показатели при проектировании нового бюджетного цикла, максимально реализовать все имеющиеся и, возможно, еще не раскрытые инвестиционные возможности, одновременно не забывая о приоритетах для исполнения социальных обязательств. Югра готова установить налоговые каникулы для малого и среднего бизнеса. Об этом заявила губернатор. Члены окружного совета по развитию малого и среднего предпринимательства обсудили основные направления налоговой политики на ближайшие 3 года. Документ включает 3 важные инициативы. Первая – сохранить в следующем году 5-процентную ставку налога по упрощенной системе налогообложения. Второй пункт плана – корректировка возможного дохода при патентной системе налогообложения. Речь идет, например, о доходе при сдаче коммерческой недвижимости в аренду. И третий – предоставить так называемые налоговые каникулы, освободить на 3 года от уплаты налогов предпринимателей-новичков, которые организуют бизнес в производственной, социальной и научной сферах. Все эти нововведения Наталья Комарова поручила обсудить с бизнес-сообществом до 20 июля. Нам очень важно, чтобы реакция деловой среды на те или иные инновации была одним из определяющих аргументов в пользу или против каждого конкретного фискального решения. Окружные депутаты и чиновники вновь обсудили ситуацию с программой «Доступное жилье молодым». В рамках реализации проекта 1000 югорчан выпали из очереди, так как достигли возраста 36 лет. Это привело к судебным тяжбам и напряженному социальному фону в регионе. Тему продолжит Дмитрий Подлесной. Обсуждение проблемы реализации ипотечной программы «Доступное жилье молодым» в округе получило продолжение. На выдвинутые тезисы депутатов о том, что государство ввело в заблуждение 1000 югорчан, ответили представители правительства. Все граждане, которые участвовали в этой программе, все были ознакомлены, освидетельствованы о том, что с условиями программы никто их не обманывал. Они прекрасно знали, какие объемы средств утверждаются бюджетом Ханты-Мансийского автономного округа. Риторика чиновников проста. Программа – это не обязательная льгота, а возможная поддержка. По информации Департамента строительства, мнение окружных властей поддержал и Верховный суд. Однако бросать на произвол судьбы людей ни в Думе, ни в правительстве не собираются. Парламентарии, например, настаивают на том, чтобы пересмотреть условия ужесточающих требований по ипотечным программам и смягчить их. Для одного члена семьи вводить 15 лет, для другого 10. Вы сейчас с этой позицией не согласны. Да? Поэтому я бы, честно говоря, предложил и комитету еще раз рассмотреть предложение. Это на самом деле существенно расширяет там категорию людей, которые под эти льготы тоже называют попадают. На совещании решили выслушать представителей муниципалитетов. По их мнению, проблема нехватки жилья в округе колоссальная. И ее масштабы не заканчиваются только молодыми семьями. Есть еще одна категория граждан, которая заветного новоселья ждет намного дольше. На сегодняшний день в Октябрьском районе только 2223 человека стоят на очереди по социальному найму. По социальному найму очередь есть в некоторых населенных пунктах, не продвигалась или не менялась с 1998 года.
Причем в этой очереди состоят люди, которые осваивали округ в 80-х и 90-х годах и уже внесли серьезный вклад в развитие территории. Так или иначе, сейчас правительство ищет новые пути решения жилищной проблемы. Так, в приоритет ипотечному агентству Югры уже поставили реализацию, продажу или аренду непосредственно квартир, а не раздачу господдержки. Дмитрий Подлесной, Вячеслав Шаркунов, Сургут-Интерновости. В июле в Сургуте откроется первый арендный дом. Проект муниципального жилья реализуют в Югре. 4 объекта в Ханты-Мансийске, Нефтеюганске и нашем городе строят при содействии правительства округа. Первое здание введут в эксплуатацию в 3-м квартале этого года. Дом расположен в 30-м микрорайоне. В нем около 160 квартир, почти половина студии. По оценкам ипотечного агентства Югры, стоимость 1 квадратного метра составила 66 тысяч рублей. Средняя цена аренды будет около 20 тысяч плюс оплата коммунальных услуг. 25 плюс коммуналка, я сравниваю, и 20 плюс коммуналка. Коммуналка, соответственно, в новых домах будет меньше. Вот. За счет того, что счетчики стоят, за счет там, применения более высокоэффективных энерготехнологий. Противодействие коррупции в жилищно-коммунальной сфере обсудили на видеосовещании с полпредом президента в УРФО. Игорь Холманских отметил, что износ инженерных сетей в регионах Уральского округа сегодня превышает 60%. Это, по словам полпреда, прямое следствие процветающего в отрасли воровства и коррупции. Для борьбы со взяточничеством власти субъектов проводят экспертизу нормативных актов и переводят услуги в электронный вид, а также регулярно проверяют руководителей предприятий на предмет финансовой чистоплотности. В Югре по итогам проверок административной и дисциплинарной ответственности только за полгода привлекли больше 1000 коммунальщиков. Украинские события продолжают разворачиваться по худшему сценарию. Местные жители находятся на рубеже огня. Почему одни остаются, а другие покидают родину? Читайте в свежем выпуске еженедельника в центре событий. Кроме того, вы узнаете, о чем говорили депутаты округа на последнем совещании. Когда в Сургуте появится оборудованный пляж? И как уберечься от теплового и солнечного удара в жару? Новый номер в центре событий ищите в торговых точках города уже сегодня. В Сургуте произошла очередная массовая драка. Конфликт вспыхнул в ночь на понедельник возле летнего кафе вблизи магазина «Росич». Как сообщают полицейские, поводом для драки послужило закрытие заведения. Получив отказ в продолжении банкета, молодые люди устроили потасовку. Продолжился конфликт уже возле одного из домов по улице Пушкина, где участник ссоры применил травматическое оружие, ранив парня 88-го года рождения. Еще трое в ходе драки получили телесные повреждения. В отдел полиции для выяснения всех обстоятельств произошедшего доставили больше 20 человек. По факту потасовки, произошедшей в районе магазина «Пушкинский», возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство». Почти 40 килограмм наркотиков изъяли в Югре. Крупнейшую партию задержали сотрудники регионального управления уголовного розыска совместно со свердловскими полицейскими. В ночь на 29 июня недалеко от Сургута на дороге остановили уроженца одной из республик ближнего зарубежья. В его машине обнаружили около 32 килограмм наркотиков. Позднее уже в лесополосе в районе Путьяха задержанный указал на тайник, из которого изъяли еще порядка 4 килограммов. Мужчина свою вину отрицал, объясняя, что вез удобрения. По информации полицейских, таким образом, задержанный удобрил аналогичные тайники на территории нескольких крупных городов России. Где находились, как задержали? По дороге. В Сургуте по дороге. А кому отраву эту везли? Где хранили? А это не доказано, что это. То есть это не ваше? Это удобрение. В Сургуте продолжается кампания по ремонту образовательных учреждений. Почти все они откроются до 1 сентября. Детсады «Умку» и «Утиное гнездышко» в связи с капитальным ремонтом запустят в декабре нынешнего года. Тему продолжит Артем Высоцкий. Согласовывается практически каждый элемент ремонта и подборка плитки, и подборка пола, и расстановка акцентов так в световой гамме. По крайней мере, меня как директора устраивает. Так работает добросовестный подрядчик. Ремонт здесь выполняет организация, которая уже больше 15 лет приводит в порядок учреждения образования. В 45-й починят кровлю, сделают новый пищеблок, частично заменят окна. Я всегда говорю, мы пришли сюда и ушли.
дети, дирекция, учителя, все. Это коллектив, который здесь живет, можно сказать. Поэтому в первую очередь интересы их. Всего же в Сургуте в этом году отремонтируют 13 школ. Потратят на эти цели 315 миллионов рублей. Порядок цифр схож с прошлогодним. К работам вот все перевезено, все школы уже в полный рост, люди допущены, работают на объектах, подрядчики. Три школы, одна из них это комплексный ремонт, СОЖ-38, планируется в августе месяце. Все текущие ремонты будут завершены до сентября месяца, до 1 сентября. Комплексный ремонт 38 школы будет переходящим на следующий год. А как же пришкольные летние лагеря? Объем работ во многих школах большой, но возможность разместить детей директора находят. Наши дети организованы, задействованы, и наши партнеры, 35-я школа, на своей территории принимают наших детей. Что же касается детских садов, то в этом году отремонтируют 14 садиков. Потратят на эти цели 152 миллиона рублей. А вот благоустройство территории выполнят лишь в одном – Колокольчике. Очень мало фирм, которые вообще выходят на конкурс по благоустройству территории. И этот аукцион всегда является одним из самых проблемных. Фирма, которая выигрывает, должна четко для себя понимать, что это сезонный вид работ, и надо выполнить исключительно в летний период времени. В этом году в Сургуте откроют двери сразу 4 новых сада. Их будут посещать более 1400 ребятишек из очереди. Но хорошо бы строить сады и школы сразу, в ходе комплексной застройки новых районов города, подчеркнули в департаменте образования. К сожалению, пока в основном в этом отношении застройщики и городские власти понимания не находят. Артем Высоцкий, Гамзат Магомедов, Денис Зонов, Сургут, Интерновости. Новую школу в 31-м микрорайоне откроют 1 сентября. По крайней мере, пока строители в график укладываются. Учебное заведение сможет принять более 900 ребятишек. Этого, конечно же, недостаточно, поскольку ежегодно первоклассников становится все больше. Особенно остро нуждаются в школах микрорайон 5А, 20А, новый район возле Ауры. Один из способов решения проблемы – это возведение пристроек к уже существующим учреждениям образования. Такая, например, появится в 10-й школе. Это будет 12 классов комплектов, то есть это порядка 500 детей будут у нас еще оснащены хорошими в центре города практически учебными местами. В Сургуте подвели итоги ЕГЭ. Ни одного замечания по проведению кампании не было. Работа городского департамента образования в этом отношении оценена высоко. Среди учеников 11 классов 6 выпускников получили 100-бальные результаты. Четверо по русскому языку, еще двое по физике и химии. Специалисты отмечают, что предметы по выбору в этом году сдавали более осознанно. Число выпускников, не набравших хотя бы минимальное количество баллов по ряду предметов, снизилось в 2-3 раза. И еще одна особенность нынешнего года – в 2014-м школьники впервые получили окружные медали за особые успехи в обучении. И вот такими медалями за особые успехи в обучении у нас награждены 87 обучающихся. Надо отметить, что среди них есть 3 выпускника негосударственных образовательных организаций. Напомню, что это 2 у нас таких, да, это православная гимназия и негосударственная школа Никитиной. В Сургуте на выходных отметили День молодежи. Уже 3-й год праздник проходит в формате тематических площадок «Интер-ЕС». Молодежное объединение презентует свои увлечения на площади перед театром «Сургут». Горожане смогли увидеть, чем занимаются клубы танцев, благотворительный фонд «Потеряшки», игроки «Лазертаг», рокеры, фитнес-инструкторы, активисты движения «Профилактика» и многие другие. В рамках проекта «Этнонити» работала творческая мастерская по созданию национальных матрешек. Это азербайджанская матрешка. Вы видите классические яркие цвета, которые присутствуют также у нас флаги, конечно же. Ну и, конечно же, национальный орнамент перед вами. Национальный орнамент, который называется, нам знакомые огурчики, называется буту. Как видите, они присутствуют в головном уборе и, конечно же, в украшении самого кафтана. У нас скромная девушка, поэтому все самое аккуратное, красивенькое вот именно на кафтане. У нас казахстанская матрешка. Мы рисуем матрешку с металлическими узорами нашим. Это кубачинские изделия, в основном по серебру, и узоры именно национальные. Также виноград, как довольно распространенное, в принципе, культурное растение. Это татарская матрешка, как вы уже видите, написано. Национальной одежде, вот картучек. Ну, наверное, сразу узнали, что это татарка.
Впервые в нашем городе прошел праздник красок Holi Fest. Молодежь обсыпала друг друга индийскими пигментами. Объявили, кстати, белый дресс-код. Молодежь заранее готовилась к празднику. Покупали купоны, чтобы на площади перед театром Сургой обменять их на краску. А фотографы и операторы замотали свою аппаратуру в защитную пленку. По команде ведущих в воздух одновременно взмыли разноцветные облака. А в интернете сразу появились красочные фотографии оперативных блогеров. Участники мероприятия сошлись в едином мнении, что Holi Fest надо обязательно повторить. Шикарно, все прекрасно. Там в толпе очень даже тепло, несмотря на ветер, ничего не чувствуется, шикарное настроение. Даже дождик небольшой ничего не испортил. Хочется теперь обняться с кем-нибудь чистеньким. Не хотите с нами обняться? Плохо. Почему? Я депрессивный человек. Суперско, все очень весело, не пожалели, вообще было круто, музыка клевая и впечатления очень хорошие остались. Суперское настроение, это чудесный праздник, я думаю, что нужно устраивать как минимум каждую неделю. Если в одной части города молодежь отмечала свой праздник, осыпая друг друга красками, то в другой краски решили применить непосредственно по назначению – устроить конкурс уличных рисунков. О том, как создают искусство на стенах города, расскажет Кристина Семенюк. Слово «граффити» пришло к нам из итальянского языка, что означает выцарапывание рисунков на стене. Однако сейчас же это не просто выцарапывание, а настоящее искусство, пусть и уличное. Во всем мире уже давно признали молодежное рисование на стенах домов города искусством. Если в центральной части России это вполне легальное занятие и имеет огромное количество последователей, то в нашем городе граффити еще в стадии зарождения. В Сургуте конкретного стиля я пока не заметил, но я думаю, он в процессе зарождения. То есть я наблюдаю этот процесс создания, то есть метаморфоза появления его, она уже присутствует. Несмотря на всю юность этого направления в Сургуте, приглашенный гость из Екатеринбурга отмечает хороший потенциал наших ребят. На самом деле очень хорошо ребята рисуют. Достаточно хороший уровень, но есть всегда, конечно, к чему стремиться. Стоит отметить, что подобное мероприятие – это не только встреча друзей, но и, как ни странно, возможность приучить молодое поколение к соблюдению законов. Граффити-проект «Гаражи» создан для того, чтобы создавать все условия, чтобы наши ребята, творческий потенциал нашего города, рисовали на легальных площадках, чтобы у них не было даже мысли и идеи рисовать где-то там, где это не положено. Окружной фестиваль граффити стал уже третьим в этом году. В этот раз его приурочили ко Дню молодежи. Как пообещали организаторы, в следующем году будет еще интересней. А пока будем следить за работами местных художников на заборах и гаражах нашего города. Кристина Семенюк, Гамзат Магомедов, Сургут Интерновости. Пока молодое поколение отмечало свой день, любители авторской музыки встретились на ежегодном фестивале «Высокий мыс». А где-то бабы живут красиво, друзья сидят за водкою, владеют камни, владеет ветер моей дырявой лодкою. Участие в 14-м фестивале бардовской песни «Высокий мыс» приняли больше 50 самодеятельных авторов, исполнителей и композиторов. Все работники разных подразделений Сургутнефтегаза. Поздравить участников приехал и глава Сургутского района. Я хотел бы пожелать участникам достойного выступления, жюри, чтобы оценило вас достойно и пусть победит сильнейший. В этом году в составе жюри известные российские барды, участники проекта «Песни нашего века», лауреаты Грушинского фестиваля. Вадим и Валерий Мещуки, Александр Прокопьев и Лариса Брохман. Кстати, она уже второй раз у нас в гостях. Уровень подготовки очень разный. От графоманства до неплохих песен. Точно так же и уровень артистизма, уровень исполнительский тоже очень разный. Младшему конкурсанту было, по-моему, 17 лет, а старшему мы не спрашиваем, это неприлично. Сохранение и развитие бардовской песни, поддержка талантливых авторов-исполнителей, развитие творческого потенциала молодежи – главные цели песенного форума «Высокий мыс». И где засада на меня? Гуляй, солдатик, ищи ответу.
Из практически 50 участников фестиваля в финал вышла примерно половина исполнителей. Призами и грамотами отметили каждого. Правда, на высоком мысу главное не победа, а сама бардовская песня. Искренняя и душевная. Дарья Давыдова, Кристина Семенюк, Сергей Коликов, Сургут Интерновости. На этом у нас все. Спасибо за внимание. До встречи. Это Катя, специалист абонентского отдела «Метро». Каждый день она консультирует и отвечает на все ваши вопросы. Метросеть. С нами легко. Срочно подать объявление? Легко. Просто позвоните 22-22-44. Газета бесплатных объявлений «Ярмарка» 22-22-44. Современные, стильные, надежные, на любой вкус. Входные и межкомнатные двери. Цены разумные, условия интересные. Сервис гарантированный. Салон дверей на Магистральной. Открытый для всех, доступный каждому. Огромный выбор изделий из серебра. Часы, ручки, посуда, брелоки, мужские кольца, запонки, зажимы. Изделия с драгоценными камнями. Большой выбор изделий из золота. Якутские бриллианты, кольца, серьги, цепи. Магазин «Адам». Улица 50 лет ВЛКСМ, 3/2. Телефон 21-00-11. И о погоде на 1 июля. Здравствуйте, в студии Елена Ливанова. Генеральный спонсор прогноза погоды – компания «Жалюзи». Слишком ярко. Слишком скучно. Слишком пасмурно. Это поправимо. Горизонтальные, вертикальные, мультифактурные, плиссированные, рулонные. Компания «Жалюзи» более 20 лет создает хорошее впечатление от любого вида за окном. В компании «Жалюзи» распродажа. Готовые изделия по 400 рублей за штуку. Во вторник в атмосфере Югры будет кружить циклонический вихрь, наполненный дождевыми тучами, местами переходящий в грозовое состояние, при температурном режиме немного ниже климатической нормы. Ночью в Сургуте и окрестностях облачно начнется дождь. Ветер юго-восточный 3,8 метра в секунду. Температура воздуха плюс 13, плюс 18. Утром также облачно, временами дождь. На столбиках термометров плюс 16, плюс 19. Днем облачно, временами дождь, местами возможна гроза. Направление ветра юго-восточное 4,9 метра в секунду. Температура плюс 17, плюс 22. В сети салонов обуви «Саламандр» финальная распродажа. Успейте купить качественную обувь по доступным ценам. Подробности по телефону 533-170. «Саламандр». Размер не имеет значения. Не пропустите финальную распродажу обуви по 31 июля. В течение дня солнечная активность умеренная, геомагнитное поле неустойчивое. Атмосферное давление будет падать и составит 753 миллиметра ртутного столба. Fly Wheels – скоростные колеса и летающие пропеллеры. На пути огромный грузовик – это не проблема. Самолет – еще проще. Только Fly Wheels. Найди быстрее в сети магазинов «Карапуз». Всего за 299 рублей. Всегда радостные покупки для детей в магазинах «Карапуз». Достойное качество по выгодным ценам. Фабрика комфорта. Воплощение качества, профессионализма, красоты и удобства. Шкафы-купе, гардеробные, кухни, детские. Экологически чистые материалы и новейшие технологии. Модные расцветки и фактуры. Десятилетний опыт собственного производства. И, пожалуй, самые выгодные условия покупки. Фабрика комфорта. Живите красиво. Я желаю вам всего доброго. Будьте здоровы. До свидания.